Всем привет, меня зовут Анна Калашникова, я актриса, певица, телеведущая. Скоро холодно, и я хочу всем читателям телепрограммы показать свой зимний гардероб. Я очень мерзла, так как родилась на юге, жила в Пятигорске и привыкла к теплу, и меня согревают, к сожалению, только шубы. Самая любимая и самая одна из самых дорогущих шуб в моем гардеробе — это, конечно же, мой любимый Соболь. Это шубка стоила, это итальянская шуба Феры, стоила около 5 миллионов рублей много лет назад. Соболей у меня несколько. Я люблю еще длинный Соболь, темный. Тут большая степень седины. Он очень седой на самом деле. И эта шубка стоила почти 5-4 с копейками отечественного производителя, но тут очень качественный мех. Соболем я люблю носить еще вот такие всякие телогреечки. Здесь отделка идет соболиная и такого плана безрукавка. Не помню, стоила порядка 200 или 300 тысяч рублей. Помимо соболей я очень люблю шиншилу. Это нежнейший мех, очень чувствительный, но тем не менее они очень теплые. Шубки из шиншиллы, это тоже итальянский бренд. Такая шубка стоила более 1,5 миллиона рублей. Есть еще одна шубка с шиншиллой, очень длинная, красивая. Думаю, даже вам придется показать. Эта шуба очень удобна тем, что она трансформер. Ее можно носить как и длинно. В то же время она застегивается 10 лиц рукава, но превращается в коротенькую безрукавку. Я еще люблю другие меха, в том числе это лиса. У меня огромный выбор лисы, в разных цветах представлена. Вот именно это черноборка, короткая автоледи шубка, которая очень удобна, если за рулем находиться, тепло, и она не пачкается, когда маска слякоть и грязь. Также у меня есть пальто из рыжей лисы. Это новиночка в моей коллекции. Я только недавно ее приобрела. Оно пригнется. И очень легкая лиса. Но по теплу не уступает любому пуховику. Так, лиса. Лиса здесь вот такая. Тоже очень красивая. Теплая, объемная. Довольно-таки тяжелая. Это тоже черноборка. Тут целиковые кусочки. Она прям такая качественно сделанная. Но и ношу ее крайне редко, потому что она прям теплая-теплая на очень холодную погоду. Есть еще вот такая разновидность лисы. Переделанная. Это итальянский бренд Жан-Батиста Вали. Переделанная, стилизованная под рыську. Вот такие короткие шубки, которые имиджевые, разных цветов. Их просто можно накидывать на какие-то мероприятия, чтобы выйти из машины, ну и для дополнения образа. Также могу показать накидки из песца, бемпси. Их очень удобно использовать под платье зимой, чтобы дойти. Накидка из лисы тоже подходит под какие-то черные вещи, под более светлые. Такая дизайнерская шубка. Очень круто смотрится и тоже теплая, и в то же время легкая. Это шубка пальто. Это ягненок, который металлизирован, покрашен и похож на каракуль по выделке. Изоборотник и енот, насколько я помню. Такая шубка тоже стоила до 500 тысяч рублей. Обратите внимание, очень красивая. Светится серебристым оттенком. Еще есть одна такая модная парка. Удлинила, да, если там была парка пуховик, если та была более короткая, это брендовая дорогая парка, уже не помню, сколько она стоила, но до 500 000 рублей. Внутри с рукавами, здесь все стеганое, в ней, в этом пуховике парки, можно прям на Северный полюс, на очень теплое. Собственно говоря, где не готова,
Калашникова для Телеграма.